Всем привет! Вы на канале CryptoCommons, с вами Гриня, и сегодня мы как всегда поговорим о перспективах биткоина. О перспективах, конечно же, его курса. В первую очередь, я думаю, вас волнует как спекулянтов, сколько же он будет стоить долларов, сколько мы сможем сделать на этом денег и так далее, и тому подобное. И дисклеймер, конечно же, в том, что не финансовые это все совет, потому что откуда я-то могу знать, и никто не может знать. Даже, даже киты, маркетмейкеры друг с другом играют, одни думают, что они на инсайде, там заходят на 100 миллиардов долларов, и их другие просто чпон-чпон-чпон, понимаете, как это работает. Поэтому никто вам наверняка не скажет, поэтому все эти сигналы, вся эта шляпа, платные группы, випки и так далее, это полный отстой, поэтому... Блин, если вам нужны реальные трушные мысли, вот как есть, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите в комментарии, что вы об этом думаете. Честно говоря, у меня немножко бомбануло сегодня, бомбануло от комментариев, что пишут, ну, во-первых, от того, что мы падаем, на самом деле, чуть-чуть подбомбило, конечно, как у вас, нет? Давайте взглянем поближе на дневки, и что мы здесь видим, что в принципе это ничего страшного. Мы с вами много раз говорили про ретест вот этого сопротивления. И Кевин Свенсон говорил, если вы смотрите наш второй канал CryptoCommons 2.0, что мы ждем ретест вот этого сопротивления в 40, ну, 40 тысяч-42 примерно вот эта зона. И вот мы, собственно, вернулись на его ретест, все блестяще. То есть вот здесь мы с вами говорили о том, что, возможно, конечно, мы пойдем еще выше, но в целом ждем коррекционное движение перед продолжением роста. И Сейчас очень много скептиков, которые если мы сделаем вот так, они скажут, ах, опять типа. Вы пропарились, неправильно нам сказали. И зашортят. Значит, что меня бомбануло? Меня бомбануло от того, что действительно все думают, что я чисто гринет у и всегда вам говорю только за лонг, и никогда ни одно падение не предсказал, как пишут хейтеры. Да, я вот здесь не говорил вам шортить, и сам не шортил. Я же не против вас играю, ребята. Я так же, как вы здесь, аккумулировал. Здесь я просто частично забирал прибыль. Частично забирал прибыль, снимал плечи, и потом вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь аккумулировал лонг и саккумулировал довольно-таки неплохой лонг на этом падении. Со средней ценой входа в 31 700, это я уже позже усреднялся, там изначально было 30 тысяч где-то, в хорошем плюсе сейчас, поэтому даже после этого падения. Поэтому ничего тут не говорю, при этом я радуюсь за тех шартистов, кто тоже в плюсе. Вот товарищ из чата показывает нам, что он тоже в плюсе. я за него радуюсь. Получается, что мы с ним оба в плюсе. Он шортит полтинника, я лонгую с тридцатки. И это грамотный подход. Да, кстати, чтобы не пропускать всю эту движуху, обязательно подпишитесь к нам в Телеграм тоже, если вы еще этого не сделали. И сегодня, когда все падало, я сегодня дал пост. Очевидный лонг. Было, конечно, страшно на этом падении. Это здесь, оно уже выглядит как ничего такого. А внутри дня, конечно, если вы торгуете там на 30-минутках или чего, вот это выглядело очень страшно, потому что мы так долго-долго росли, да, больше суток. И все это сдули за один присест, весь этот рост. Но если вы посмотрите повнимательнее, то на самом деле у нас тут есть повышающийся лоу. При том, что RSI у нас ушел в глубокую перепроданность, при том, что цена уже пошла выше, то есть это грубо говоря, скрытый бычий дивер. Но суть в том, что у нас на вот этом вот лоу, который выше, цена более перепродана была. Это хороший знак. Вот, и к тому, к разговору, что, мол, якобы Гриня только за ту заму топит и никогда не говорит, не предсказывает падение. Я хочу развеять этот миф и показать вам свой пост, который я делал в декабре 2017 года. Где я писал, что, дамы и господа, перед вами график экспоненциального роста биткоина, который Перекуплен чуть более чем полностью. Запускаются всякие фьючерсы, деривативы и прочее ересь с Волл стрита, значит только одно. Будем падать, так что предлагаю злостно зашортить. Вот. Это просто вам к разговору о том, что грязня не всегда топит за тузамун. И когда вы видите вот такую вот параболу, ну тут сам сам Сатоша велел это шортить. Понимаете, когда честная цена битка была в тот, в тот же год еще меньше 1000 долларов. Поэтому я даже Дэш, извините меня, когда Дэш увижу, что улетел на 20 тысяч куда-нибудь, я сам его зашорчу первый. Вы не думайте. Я поэтому эфир классик, несмотря на то, что я его так люблю, все равно я частично из него уже вышел. Вот. И Додж, и там все остальное. И Салана там. Поэтому смотрите теперь, как это все определяется. Вот. Короче, как определяется, что рынок мега перекуплен, и как определяется честная цена. Включайте недельный таймфрейм. Старый график какой-нибудь. Битка, допустим, битстамп старейший график и вы все видите значит во-первых вы видите если вырубить логарифм вы видите вот что мега перекупленное все вот допустим здесь когда все превраща... все предыдущее движение превращается в прямую линию как вот здесь причем все предыдущее движение которое было с массивнейшими пиками посмотрите и вот в такую же прямую линию как вот здесь понимаете вот и вот это все превращается в прямую линию это кстати нам помогает видеть не логарифма а только обычная линейная шкала. И, внимание, здесь это еще не превратилось в прямую линию, как вы можете видеть. То есть, на самом деле, ждем, когда вот это все превратится примерно вот в такую историю. Соответственно, и пик у нас будет где-то здесь. На 100 с чем-то тысячах или даже выше, понимаете? Это такая, конечно, спекуляция, но имеет место быть из истории. Если вы посмотрите, как вел себя биток, то именно так он себя вел. Теперь как определить честную цену биткоина? Как определить честную цену биткоина? Да вы смотрите просто, где у него был нижний мувинг на недельном таймфрейме. Допустим, когда у нас был пик в 20 тысяч, недельный мувинг был нижний. То есть 55 недельная скользящая средняя была на уровне три с половиной тысячи. Ну для верника еще можете включить, конечно, какой-нибудь просто эм, 200 мувинг, например, сделать его белым, вот. И вот вам будет ультимативная честная цена. И так вы посмотрите и увидите, что честная цена битка была в районе 1000 долларов в этот момент. А он стоил 20. Поэтому еще раз вам говорю, ребят, я скажу, когда шортить. Вы не переживайте. Я скажу, когда я буду шортить когда я буду считать, что пора. И я вам так скажу, вот тогда, в декабре 17 никто не говорил про шорт. Все говорили про лонг, все говорили, что мы летим на 100 тысяч, что биток никогда не упадет. Все ждали вот этого. Никто не говорил про падение, реально. А сейчас, вы меня, конечно, извините, но все говорят про падение. Понятно, что все ждут 100 тысяч, но это резонно, это еще очень скромный прогноз. Никто не ждет миллиона долларов. Потом смотрите еще, ребят, поисковые запросы в Гугле не соответствуют даже предыдущему пику конца 2017 года. Если вы посмотрите, мы даже на 64 тысячах не доходили до предыдущего значения, до 100%. И вот этот пик тоже станет прямой линией, когда мы дойдем до действительно вершины этого цикла. То, что тогда все топили за 100 тысяч, это было как сейчас топить за 10 миллионов долларов. И вот когда все будут реально топить за миллионы долларов или выше, вот тогда я, пожалуй, выйду. Друзья, обращаем ваше внимание на офигительную биржу PrimeXBT. Эта площадка в корне отличается от множества криптобирж, потому что это больше, чем криптобиржа. Посмотрите сами. Здесь можно торговать не только криптой, но также сырьевыми товарами, индексами компаний, форекс-рынками, всеми валютными парами в одном флаконе. Еще что отличает эту криптобиржу от остальных, здесь есть функция ковестинг или копи трейдинг, когда вы выбираете какого-то успешного трейдера и выделяете часть депозита на автоматическое копирование его сделок. Самое интересное, ребята, это, конечно же, крышесносные бонусы. Если вы откроете аккаунт по нашей ссылке, то вы получите не стандартный бонус в 350 долларов, который получают все, а вы получите абсолютно крышесносный бонус 50% на свой первый депозит. Для получения бонуса вводите промокод CryptoCommons50 и переводите средства на свой маржинальный счет. Вуаля, получаете бонус 50%. Бонус действительно только на депозиты в BTC и в USDT. Любая сумма от 1000 USDT до 1 BTC будет увеличена в полтора раза. И вы можете начинать торговать на этот трейдинг бонус не только криптовалютами, но как вы уже поняли и другими активами. Такими как акции, сырьевые товары пары драгметаллы, индексы и валютные пары. То есть, грубо говоря, заниматься уже серьезной диверсификацией и ребалансировкой своего портфеля, пробовать себя на традиционных рынках. Так что, друзья, не упустите эту возможность. Ссылка на биржу, конечно же, в описании. Вот, а насчет честной цены битка, ну сейчас она вот, конечно же... На вот этом пике в 63 тысячи она была на уровне 11 тысяч, но сейчас она уже подросла и уже на уровне 15 тысяч. Как вы можете видеть, этот мувинг растет. Но это честная такая прям цена, от которой даже в самые жесткие дампы медвежьего рынка мы отбиваемся. То есть это скорее честное дно следующего медвежьего рынка, который успеет подрасти еще. Потому что, смотрите, тогда на пике это было 1300, а пока мы дошли до медвежьего рынка, это уже стало 3300. То же самое здесь. Опять же, можно смотреть честную цену, вычислять, какая цена была в начале года. В начале того же 2017 года цена биткоина была 900-800 долларов. Вот. И ушла чуть выше, честно. Сейчас же, в начале этого года, цена биткоина была... Ну, тут неправильный год считать, потому что мы еще не дошли до пика, но осенью она была в районе десятки. То есть и так и есть. Смотрите, вот честная цена. Сейчас она уже подросла. Опять же, когда мы первый раз были на 64, когда все топили за ту замун, когда я не говорил вам шортить, потому что я не считаю еще, что пора шортить, понимаете? Мы, если мы сейчас вот здесь, то как бы еще не пора шортить. И вы потом спасибо скажете себе, что не зашортили. Не вопрос. Если вы сделали быстрые иксы, круто. Я за вас рад, как бы закрывайте позиции. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет, но так мне видится. Вот. И когда мы были первый раз на 64 тысячах, честная цена была даже по EMA Ribbon, честная бычья цена была в районе двадцатки, вот, как вы можете видеть. А сейчас, когда мы второй раз поднялись на уровень 45 тысяч, у нас честная цена уже 35-40, то есть мы уже, считая на честной цене на самом деле находимся, вот мы уже на сетке. Очень всегда важно смотреть за сеткой, отрубайте иногда свечи и смотрите на сетку EMA Ribbon, вот честная цена. Не было никаких тут 20 тысяч, не было никаких тут 60, вот, было 45, и мы сейчас на ней. То есть, исторически, если мы на сетке, то это хороший знак, на самом деле, для покупки, и, ну, либо для продажи, смотря какой рынок, бычий или медвежий. То есть, если рынок все-таки медвежий, то, конечно, мы уйдем ниже сетки, но если рынок бычий, то мы, скорее всего, уйдем выше. Короче, что-то я начинаю вас запутывать. Да, сегодня был неприятный дамп. Да, это все связано еще с новостями из Китая. Биткоин упал ниже 42 на фоне ужесточения регулирования криптотрейдинга в Китае. Но вы знаете прикол, что ничего нового... На сайте Нацбанка Китая вышла да, эта хрень, что типа все, всем пипец, запрещаем крипту. Но я вам скажу так, ни хрена нового не сказали они по сравнению с 2017 годом. Все то же самое, все те же самые запреты. Вот, даже здесь девочка их разоблачила, что типа новость на самом деле уже отыграла. Это было все анонсировано 15 сентября. И те, кто на инсайдеры, они знали уже все это, и новость отыграла. А сейчас те, кто продадут на новостях, в кавычках, понимаете, да, что с ними будет, продадут они сейчас. И также было в ровным счетом то же самое. Правительство Китая говорило вот здесь вот. Я не помню точно, то ли вот здесь вот, то ли вот здесь вот. В середине семнадцатого года, когда мы скорректировались очень жестко с 3000 на полторы или с 5 на 3, я точно не помню. И тут, и тут, по-моему. И все также пугались. То же самое было, все запаниковали, такие, ну все, типа крипта скам. Вы что, там такие дампы были, если вы это приблизите, посмотрите. Это сейчас ни хрена не видно. И в итоге, что мы видим? 5 иксов наверх. Поэтому, ребята, читайте новости между строк. Никто вам прямо не скажет. Если шортить надо будет, когда вам все будут говорить, крипта это будущее, легалай, крипты, повсюду, все, ништяк, вообще, никаких запретов, пожалуйста, Binance в каждый дом будет приходить понимаете, уже стучаться к вам предлагать занять маржинальные. Поэтому нет, ребят, вы, конечно, свои решения принимайте сами. Не переморжевывайте, будьте аккуратны, не берите большие плечи и вообще лучше на споте просто докупайте. Самая стопудовая стратегия – это доллар cost averaging, то есть потихонечку вкидываться. Упал чуть-чуть биток, купили чутка. Упал еще чуть-чуть, купили еще чуть-чуть. Отрос, ну купили чуть дороже. И вы в любом случае будете в плюсе. Посмотрите, если бы вы стабильно покупали, грубо говоря, там каждый, неважно сколько вот там, Три месяца там или сколько это? Каждые там, да хоть сколько угодно. Вы вот так вот стабильно покупали, вы бы всегда были в итоге в плюсе, посмотрите. Ну да, иногда чуть-чуть на хай залетели, иногда лоу откупили. И в итоге все равно вы в долгую, в очень хорошем плюсе. Вот и все. Поэтому ничего нового тут в этих новостях от Китая не вижу. Кроме того, что это спекуляция и вытряхивание слабых рук из рынка. Они сейчас сами откупят все это дело. Они же не дураки. Потом Китай, слушайте, ну это социалистическая история. Там как бы вообще все запрещено. Ничего такого нового они не сказали. Зато на этом проливчике сейчас кого не ликвиднуло, те сами все распродали дешевле. И вот... Поэтому не забывайте, пожалуйста, о том, что фундаментал мега бычий, биткоин мега дефицитный, а токс бирж происходит просто сумасшедший. Битка на всех не хватит, реально на биржах его нет уже, на биржах вам дают торговать фантиками, а не реальным битком, поэтому почаще выводите его на холодный кошелечек. Ну и не забывайте о том, что в логарифме вот мы вообще еще на очень привлекательных значениях. Мы еще ни разу не вот здесь, не вот здесь... Ну вот мы, возможно, где-то вот здесь были. Даже без этой резкой шпильки. Вот где-то здесь мы были. Видите сейчас, да? И все то же самое. Ну и не забудьте, что я вам показывал глобальнейшие чашки с ручкой на тотале. У нас после переписывания вот этого восходящего хая был прирост в много тысяч процентов. И сейчас мы снова переписываем восходящий хай. Поэтому, ребят, не дайте себя дурачить. Манифлоу зеленый. Объемы большие заходят в рынок. Мы видим спад объемов, типа как был вот здесь. Так что ждем по объемам что-то вот такого и по биткоину что-то вот такого. Все, дисклеймер, не финансовый совет. Я скажу, когда надо шортить, но это только мое мнение. Я просто чувак из интернета. В тот раз мне удалось предсказать идеально, можно сказать так, в то время как все лонговали. В этот раз может все оказаться по-другому, так что у вас своя голова на плечах. Мне вообще не выгодно, наверное, так делать, то, что я с вами делюсь тем, что я сам делаю, потому что я же так и заработать не, не могу, понимаете? Мне выгодно, наоборот, чтобы вы шортили и несли, грубо говоря, мне свои денежки через биржевые контракты. Так что, слушайте, ладно, все. С вами был Грин, это канал CryptoCommons, подписывайтесь, ставьте лайк. И напишите в комментарии, что вы думаете по альтам, потому что альты, конечно... Очень интересно себя ведут. Но вот мое мнение, что все нормально. Смотрите, неделька у нас красная, мы идем вниз, то есть альт-сезон на самом деле в полном разгаре, несмотря на то, что никто этого не может осознать. Волатильность X10, скачем туда-сюда вообще, укатываемся в пол, потом вырастаем, вон на атом посмотрите. Все. Всем профитролей. До встречи в следующем выпуске. Пока.